Мы рады видеть всех вас, всех, кто смог прийти сегодня, несмотря на то, что наши женщины сегодня поехали на гору молитвы для того, чтобы провести время молитвенное с Господом. Мы очень рады видеть новых людей. У нас семья Паша и Оксана Сарачук. Поприветствую вас. Спасибо, Господи. И братья Морозовы пришли посетить сегодня нас. Поприветствую. Я также вижу много молодых людей, но я их не знаю, поэтому поприветствую всех, кто сегодня пришел. Слава Богу. Я хочу прочитать, напомнить мне одно место из Исхода. Исход, 35 глава, 20 стих. «И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд». Я хочу остановиться на этом стихе. Ключевое место, ключевое слово здесь – для устроения скинии собрания. Я хочу рассказать одну историю. Некоторое время назад одна группа людей, которые верят в Бога, христиан, согласились собраться вместе и прославлять Господа. Это были молодые люди и немолодые. Не будем говорить количество людей. Такое энное количество людей, группа пришла, собралась, начали молиться, поклоняться, славить Господа. И Господь благословил их, им понравилось. Прошло некоторое время, опять группа собралась. Опять пришли, опять поклонялись, молились Господу, пели песни, говорили о насущном, о Слове Божьем. Господь опять благословил, они опять понравились, разошлись с радостью. Собрались еще один раз, и произошло то же самое. Радости не было конца. И тогда эта группа, посоветовавшись, сказала, а давайте мы найдем побольше здания, потому что то мы собираться, это хорошо, но неудобства приводим, как-то ездить надо постоянно. Давайте мы найдем какое-то здание побольше, где мы можем собираться. И начали молиться. Через некоторое время Господь услышал их молитву и начали поступать предложения. Начали смотреть одно здание, второе, просмотрели, приехали, и вдруг нашли одно неплохое здание, договорились, и с Божьей помощью они смогли снять это здание в аренду. Радость им не было конца. Они радовались, они славили Бога, они говорили, слава Богу, спасибо тебе за такое прекрасное место, что мы можем быть. Здесь люди стали приходить. Прошло некоторое время, и они увидели, что аппаратура в той церкви, обветшала, слово такое есть, старенькая. И начали замечать, вначале славили Бога, ничего не видели, а потом уже профессионализм стал проявляться, и услышали, что звук какой-то не такой. Как-то звучит неправильно, вместо стереомона, микрофоны скрипят, какой-то шум появился. И когда они обратили внимание на то, что аппаратура стала слабая, старая, они, посоветовавшись, и сказали, нам нужно приобрести новые колонки. Большие, красивые, очень дорогие, очень дорогие. А что за группа была? С прекрасным звучанием. И Господь благословил их. Господь благословил, они купили новые колонки. И опять стали радоваться. Звук стал хороший. Опять прославление пошло. Через некоторое время этот профессионализм опять пришел. И говорит, что-то с звуком опять не то. Что-то где-то опять не получается. Какой-то скрип, какой-то шумы какие-то. Начали искать, смотреть. Усилители старые оказались. Опять начали молиться, опять начали просить Бога. Господь вышел навстречу, благословил, купили 3 новых усилителя. Слава Богу! Слава Богу! Опять радостям не было конца.
Они так радовались, так благодарили Бога, спасибо, Господь, такая музыка, все прекрасно. И вдруг приходит опять профессионализм навстречу. Опять что-то не так. Опять где-то какой-то, одна колонка играет, другая не играет, что-то какое-то опять неполадки. Ничего. Посоветовавшись, шум какой-то, помолились Богу, а оказалось миксер. Миксерный пульт неправильно, там что-то у него входы поломались, а выходы там. Опять помолились, и Господь посылает спонсора. И благодаря спонсорам купили новый, очень дорогой миксерный пульт. Очень дорогой. Опять радости не было конца, опять благодарили Бога, славили Бога. Вроде уже все наладилось. Вроде уже музыка играет хорошо. И опять профессионализм приходит. Опять приехал один певец и говорит, вот одна колонка играет, вторая не играет, не могу петь. Три раза начинал и никак не мог спеть. Но опять мы начали искать, что же это такое. Да, я надеюсь, вы догадались, что эта группа была маленькая. Конечно, это же община общения веры. Благодаря вам, друзья. Благодаря всем вам, вашему существованию. Благодаря Господу. Мы сегодня существуем. Мы сегодня можем славить Господа. Мы можем быть вместе сегодня всегда. И когда этот профессионализм опять пришел, начали говорятся, проводка не та. Купили, ну такое грубое слово, снейк, змею такую длинную, очень дорогую, перекинули все здание, что-то поставили, наладили, музыка играет, радости нет конца, радуемся, благодарим Бога за все. Все хорошо. Ну, уже маленькие недостатки были. Где-то провод поменяли, где-то там какой-то коннекшн не тот был. И сегодня, благодаря вам, друзья, благодаря Божьей помощи, мы можем славить нашего Господа. Мы можем благодарить, мы можем прославлять Его на музыкальных инструментах, мы можем молиться. Это великая радость и благодарность нашего Господа. Но у меня есть еще одна хорошая новость. Но... Нет, в этот раз нет, но очень хорошая новость. Вы знаете, если мы сможем также жертвовать дальше и давать наши десятины и финансы Господу для устроения скинии собрания. Очень хорошая радостная новость есть. Мы сможем открыть вечернее служение. Почему я говорю? Потому что для того, чтобы открыть, уже был разговор с хозяином этой церкви, с американским пастором. Они сказали, что мы очень мало платим рент, и мы вынуждены вам поднять рент, если вы захотите делать вечернее служение. Это такая... Но кругленькая сумма. И если вы сможете продолжать жертвовать, если вы сможете также давать десятины, я верю, что очень скоро мы откроем вечернее служение. Для того, чтобы молодежь наша могла полностью отдаться, полностью прославлять. Это будет все ихнее. Мы будем приходить, поддерживать их. Потому что я знаю, что сейчас молодежь собирается в домах, молится о Духе Святом, ревностные. Ну, все не могут собраться все равно, вся церковь, вся община, вся молодежь не может. Если мы сможем снять и сделать это вечернее служение, благодаря вам, благодаря Господу, молодежь сможет полностью посвятить себя служению. Полностью они будут тут и прославлять, и молиться, и все будет в их руках. Поэтому я надеюсь, что в скором будущем это случится, и Бог сможет благословить, и мы откроем это вечернее служение с Божьей помощью. И будем без профессионализма прославлять Господа и радоваться во всем Ему. Сегодня мы сделаем немножко пожертвование по-другому. Сегодня все смогут поучаствовать. Вот этот бакс, который называется Цдака бакс. Бакс для пожертвования. Пусть Господь благословит сердца ваши, расположит. Я просто хочу поощрить вас, вкладывайте финансы в ваших детей. Молитесь за детей, вкладывайте финансы, чтобы они могли развиваться, чтобы, если будет отвечание служения, поверьте мне, чем где-то ходить по улице, чем где-то сидеть на компьютере, на интернете, на фейсбуках и прочем, они смогут этот вечер посвятить просто для Господа. Они будут получать благословение. Просто поощряю вас, вкладывайте в ваших детей, родителей, чтобы дети могли посвящать жизнь свою Господу. Сейчас мы встанем и помолимся. Порядок.
порядок пожертвований будет так. Эта сторона, из серединки, пожалуйста, выходите, проходите сюда, жертвуйте и уходите той стороной, чтобы не мешать. Этот ряд тоже посерединке выходите, жертвуйте и возвращайтесь в ту сторону. Сейчас мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это прекрасное место, которое мы сегодня имеем. За то, что мы можем сегодня поклоняться, Господь. За то, что мы можем прославлять Тебя, Господи. За то, что мы можем жертвовать сегодня наши финансы. Благослови всех людей, которые готовы, расположили сердце свое для того, чтобы, Господь, пожертвовать, принести десятину в дом Твой, Господи, для устройства общины, Господь. Благослови. Благослови все труды, Господь. Благослови все работы, бизнеса, кто где работает. Господи, каждый цент, каждый доллар, который будет сегодня пожертвован, Господи, чтобы это было во славу Твою, Господи. Чтобы не ушел он, чтобы эти финансы не ушли на ни на чего не нужное, а только для того, чтобы мы могли процветать, чтобы наша община могла расти и продолжать благодарить и славить Тебя за все. Благослови каждое сердце сегодня. Мы благодарим Тебя. Башем Ишуа Машия, во имя Господа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, проходите. Oh,
Слава Иисусу! Спасибо!